Всем привет, друзья, с вами как всегда Мику, и мы продолжаем проходить LEGO Jurassic World. И тут возникла маленькая проблемка, я записал 3 серии подряд, то есть я уже прошел полностью парк юрского периода 2 затерянный мир, но у меня возникла проблема с файлами, у них почему-то выдавалась ошибка и они не сохранились. Так что мне придется заново проходить второй раз все 3 главы в этом парке. То есть сейчас у нас идет добыча, пройти сюжет еще раз. Это меня очень расстроило, мне было очень неприятно такое. Я вообще расстроился. Да ладно. Правда, первые эмоции, они такие лучшие. Здание управления вон там. Примерно в 1,5 милях от этих скал. Пусть поспят еще часок. Блин, я у себя прибавил. Вообще не слышно игру. О нет. Мощно она все ест. Кто это? Конь пальто. Приятного тебе аппетита, Рекс. Только не бегите. 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 Нападение на лагерь. Так, я играю за Сару. Давайте за Ника. Захочу за Ника. Скорее, скорее, вперед, бегом, бегом, бегом. Воу-воу-воу, Рекс, успокойся, пожалуйста. Это же кто? Это мамочка, да? Или папочка? Это не важно. Монетка. Так, там будет монетка. Да? Нет. Ух ты, он там всех сносит, только так. Дерево снес. Ой-ой, минус челик. Ой-ой. Я ведь сейчас проснусь, правда? Увы, но это неправда. Мишку жалко. 1000. Блин, не взял. Ты тысяч. Осторожно. Slow motion. Так, здесь наборчик. А, я наборчик уже типа собрал. А, ну ладно. Просто здесь наборчик был. Не успел. А, змея! Рекс такой, типа, куда он? Он возвращается. Я бы здесь Яна вообще бы не узнал. Посмотрите, какая у него прическа. Он зализан такой. Папа! Только не высокую траву. О, рапторы. Здрасте. Тебе очень идет эта шляпа, хочу тебе сказать. Рапторы обокрали людей. Яблоко, кружка. Во, парни. Вам бы в футбол пойти? Эй. Посмотрите. Кажется, это сумка от Джея. Оу, щит. Итак, я сделаю сейчас маленькую паузу, чтобы убедиться, что... А, помочь ему надо? Я забыл уже совсем. Я сделал маленькую паузу, чтобы убедиться, что запись сохранилась и все хорошо. Звук проверил, все ладно. Все хорошо. Да, не за что. Берегись вертолетов. Каких вертолетов? Велоцирапторов. Вертолетов. Ой-ой-ой. Ох ты! Ну тебе, Сара. Бльк. Навозный жук там я видел. Так, монетки и собираем. Оп-о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 п. Собрали. И это у нас получилась газонокосилка. О, там наборчик я вижу. А я могу за ним сходить? Что-то я его не видел в прошлый раз. Я на раптора смотрел в прошлый раз, вообще не обратил внимания. Хм. Ну-ка, подожди, я смогу его взять? В смысле? Как? Это нечестно. Воу! Удачи! Шух, шух, шух. Вот я так и знала.
На тебе по морде. О, есть, угадал. Да. Ты-тыщ. Уйди отсюда. Спасибо. Так, Ник. О, спасибо. Я уже хотел выбирать через букву Г, выбирать персонажа. Ну ладно, и так справились. Открываем. Оп, монетка. Вперед. Я там раптора слышу. О, раптор за газонокосилкой еще бегает. Ё-моё. Вы откуда взялись? Ой-ой-ой. На-на-на-на-на-на-на. Все, молодцы. Он меня за ногу схватил. Джордж, не смешно. По-моему, это смешно. Так, мочим маленьких засранцев, которые всю жизнь портят. Так, у меня три хпшки осталось. Три сердечка. Так. Воу, куда ты? Я монетки хотел собрать. Прыгнули. А она, блин. Ладно, пошли вперед. Тыщ, тыщ, тыщ. Здесь нужен ник. Оп. Раз, два. А он серьезно, за ними погнался? Я бы в жизни не подумал, что раптор побежит за комсогнатами. Он меня щекочет. Нет, боже мой, он меня щекочет. Только не бока. Я ж думал, меня сейчас едят, как пирог с курицей. Чикен. Пацаны, держитесь. Они здесь что-то в прошлый раз говорили, а сейчас не говорят. Так, там Сара, я вижу, нужна. Странно, почему они в этот раз сейчас ничего не говорят, а остальные все говорят. Странно это. Так, сейчас мы построим машинку. С морожкой. Тысячу, есть, сделал. Собираем. Так, собрали. Так, идем дальше. Ты передал мне долгу. 10 баксов? Ты свою жизнь 10 баксов оцениваешь, чувак? Ой, RR, не то, не то, не та кнопка. Интересно, а если бы я не нажал бы на R, он бы мне руку отгрыз или что? Чук-чук, чук-чук, чук-чук. Так, нужна Келли. Тихо. Да ладно. Я думал, я его, знаете, я думал, я его убью при помощи крика. Я обалдел, аж думаю, как? Да ладно, такое возможно. Блин, у меня наушник спадает. Все нормально. Дело Хвозавра с нами. Он за компанию. Классная игрушка у него. Блин, жалко такие игрушки, допустим, не добавят в Jurassic World Evolution. Хотя это была бы уже какая-то детская игра, если честно. Получилось бы. Хотя нет, все-таки я бы добавил какие-нибудь аттракционы для динозавров там. Вот я бы хотел увидеть, знаете, как у Индоминуса кормушка была? Прикольно, да, газонокосилку за раптором. Так вот, пока я бы хотел увидеть газонокосилку. Ой, блин. Я бы хотел увидеть такую кормушку, как у Индоминуса. То есть она спускается вот так, это было классно бы. Например, у опасных огромных хищников. Жалко, такой нет. Красивый снимок. А можно я пройду? Нет? Фух, если бы не ты, я бы точно того, капут. Откинул бы бредную оболочку. Нифига себе. О, трицератопс. А... Ух. Они сказали, центр связи в здании управления. Я пойду туда и отправлю сигнал, хорошо? Увидимся там. Подожди нас. Дорога каждая секунда. Если можете идти, пошли. Дорога, блин, прошел. Дорога. Добыча 500 пройден. 40 тысяч. Мощно. Так, пропустить. Ух ты, 92. Почти прошел. Блин, я опять не посмотрел, кого я получил. Так, ладно, давайте все.
На этом выпуск мы закончим. В следующем выпуске мы продолжим. А сейчас я хочу сказать всем спасибо за просмотр. До следующего ролика по прохождению LEGO Jurassic World. И всем удачи, всем пока.